Всем огромный-преогромный привет! Очень рада видеть вас на своем канале и надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ну что, ребят, у нас что-то на канале «Доброе дело» – дефицит с видеороликами. И как в «Поле чудес» говорят, что, пользуясь случаем, хочу передать привет. Точно так же и сегодня. Андрюшка, пользуясь случаем, решил пропиарить свое хозяйство. Вернее, не свое, а хозяйство Филимонова. Но какую должность занимает он и что делает он укрыл. Спер откуда-то видеоролик о хозяйстве и выставил у себя как рекламу. А чего, интересно, не показал, чем сам занимается и что сам делает? Я не думаю, что выполняет Андрюша какие-то сложные работы и физически вкалывает с утра до ночи. Так бы это видно было по нему. Ну и сразу они в самом начале просто опростоволосились, потому что они сделали ошибку в описании, и люди начали писать, начали исправлять. И ошибка была не приглашаем, а приглашаем. Ну, знаете, я как-то к этому отношусь довольно спокойно, потому что, ну что здесь такого? Ну, бывает описка, бывает так получается, ляпнешь ошибку. Ну, в этом нет ничего плохого, но комментариев там было на эту тему очень много. Много учителей проверочные слова прям написали, поэтому им это на руку. Также очень много хвалили, прям выхваливали. Ребята молодцы. Боже, это прям как в сказку, они прям попали во времена СССР. Ну, тут же не наши мальчики-то молодцы, а молодцы, кто создал это сельское хозяйство, кто работает там, кто с утра до ночи в поте лица занимается этим сельским хозяйством, доит коров, выращивает цыплят, обрабатывает курей. Это достаточно сложно. Поэтому, знаете, мальчики могут взять прямо на себя все эти похвалы. Но похвалы эти все, конечно же, другим людям. Самое интересное в конце, да, он заявил, что пишите комментарии, что думаете вы. А что тут думать? Что тут думать? Ну, правильно, нужно же было сказать, чтобы комментариев было побольше. Не знаю, будет ли много просмотров на этом видеоролике. Возможно, если бы написали по-другому, там, хозяйство, там, Михайловское, да, то никто бы, наверное, особо не смотрел. Но название «Где работает Андрей?» И все понеслись туда смотреть, где работает Андрей, возможно, в поисках самого Андрея, где он там и что делает. Ну, правда же. Несколько комментариев, да, было про бабу Галю. И я смотрю, что и правда что-то как-то про бабу Галю уже и призабыли. Вот не показывали ее несколько дней и все забыли. Как она, что она. Ну, а что, да? Писали же в комментариях у меня, что Игорек с билетами там где-то засветился. И что в отпуск куда-то уматывает. Возможно, уже и умотал куда-то в отпуск. И что им показывать? Сейчас надо хоть что показывать, чтобы на каждый день был видеоролик. Интересно, куда они бабу Галю сплавляют? Неужто Лене или двум Ленам? Или Димке? Хотя я сомневаюсь, что Димка будет что-то там делать. Ну, он скорее подскочит к Киночке, к новым там героям что-нибудь поснимает, к Сереге, может быть, как они его называют. И еще интересный комментарий прочитала, что возьмите Инну на работу, пусть там коров доит, а не вас. Слушайте, а что это Инна доит их? Это они доят Инну. Ну, что прям они такого Инне дали? Кроме того, что там какую-то курицу, там хлеб, молоко, и то за деньги подписчиков. Их-то Инна точно не доит. А мальчики за Инну и за видеоролики получают деньги.
Ну, Инна бы и не работала там в колхозе. Какой колхоз? Я вас умоляю. Инна – это человек, который уже сейчас это точно не способен работать. У нее совсем другая жизнь, у нее другие интересы. И эти интересы мы с вами знаем уже давным-давно. Кстати, видеоролик довольно обычный, да. По-моему, на каждом таком сельхозпредприятии все точно так же, и такой же ролик можно сляпать. Я, конечно, ожидала увидеть рабочее место Андрея. Ну, наверное, все тоже, да, повелись, чтобы посмотреть, где же он работает, и увидеть его. Но его, видимо, не снимали. И почему-то мне показалось, что этот видеоролик уже не особо свежий. Ну, знаете, от того, что, видимо, мальчикам просто сейчас жалко видеороликов, они вот сейчас вот ляпают, абы ляпать. Ну, потому что снимать в полном объеме они уже не смогут, так как главный ведущий будет на отдыхе. Ну, и остается Димка. Хотя Димка неплохо же работал одно время даже один. Помните, на канале «Дневник бомжа» все-таки он что-то может. Но я не думаю, что он будет возиться с бабой Галей и кормить там ее, возить ей еду. Хотя все может быть, но убираться, как Игорь, он точно не сможет. Тут даже Андрюшенька зайти в бытовку не мог. Мухи мешали, ванизм мешал, смрад этот мешал зайти туда. Что говорить про уборку? Ну, Андрей, наверное, сейчас еще больше будет всячески отмазываться, будет редко приезжать, если только замутить какой-то стрим. Ну, на стриме же переводит денежки. А так, зачем ему нужно? Он проще всего может сказать: у меня работа, много-много работы. Только почему-то сегодня не было доказательства, что у него очень-очень много работы. Какая у тебя, Андрюша, работа? Почему ты не показал нам свою работу? Не работу других людей, а именно свою работу. Ту, что делаешь ты. Хотя, зачем, если бы, наверное, в эфире спросили у тебя, ты бы точно так же бы дернулся, как дернулся за Диму, когда спросили, а где работает Дима? Что прям аж дернулись оба. Как это так? Спросили, где работает Дима. Типа, какое дело, где работает Дима? А человек просто ради интереса спросил, где работает Дима. Потому что якобы они знают, где работает Игорь, где работает Андрей. А вот никогда не говорилось о том, что Дима занимается еще чем-то. Ну, а Дима занимается только видео, снимает, монтирует, загружает, и это занимает очень много времени, оказывается. В общем, ну, ролик совсем ни о чем. Обычный рекламный ролик для людей, которым нужна работа. Ну и вопрос еще оплаты. Нигде ничего не сказано, какая зарплата. Хотя бы какой-то намек был. Это было бы, возможно, какая-то приманка для людей. Но полная тишина. И интересно, клюнут ли на эту рекламу подписчики мальчиков и побегут ли галопом на работу к Андрюше. Короче, ребят, кто смотрел ролик? Я думаю, что мало кто его смотрел, потому что не особо там что-то интересное, а возможно и заманило название, что где работает Андрей, и все побежали, в том числе и я. Ну, я посмотрела, чтобы сделать обзор, но я тоже ждала увидеть его рабочее место. И очень сейчас хотелось бы знать, конечно же, новости про бабу Галю, как она, что она и с кем она останется, потому что если Игорь уже уехал, то да, то это сложный случай, и хотелось бы, конечно, каких-то объяснений. Ну, возможно, он еще не уехал, и, возможно, еще появится где-то в ролике,
Хотя, возможно, этот ролик будет уже не свежий. У меня все, мои хорошие, жду ваших комментариев. Всем прекрасного настроения, всем добра, позитива, улыбок. И главное, здоровье, здоровье и еще раз здоровье. Берегите себя и своих близких. Обнимаю виртуально каждого. Всем пока.